Сегодня мы приготовим соус из кинзы в кухонном комбайне Vitec VT1621. Нам потребуется 70 грамм кинзы, 3 столовые ложки натурального йогурта, половинка лимона, 3 зубчика чеснока, горсть грецких орехов, 3/4 чайной ложки соли и 40 мл оливкового масла. Чеснок необходимо мелко нарубить. Собрать кухонный комбайн с ножом-измельчителем. Поместить в чашу кухонного комбайна чеснок и грецкие орехи. Измельчить на второй скорости 45 секунд. Затем нужно добавить в чашу йогурт, кинзу, выдавить сок половины лимона, закрыть крышкой и перемешать ингредиенты на второй скорости 30 секунд. Затем нужно добавить соль и оливковое масло. Еще раз все перемешать на второй скорости 20 секунд. Соус из кинзы готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.